Будущие студенты медицинского университета сегодня проходят последнюю ступень перед тем, как начать свое обучение. В этом году в ВУЗ поступило почти 1000 человек. Из них только половина на бюджетной основе. Средний проходной балл текущего года намного выше прошлого. Самый высокий у стоматологов – 291. Проходной балл на лечебном и педиатрическом факультете – 251. В зрительном зале – первокурсники и их родители. Многие стоят в проходе, потому что сидящих мест попросту не оказалось. Но все они одинаково волнуются. Еще бы! Ведь пройдет еще немного времени, и они будут учиться одной из самых важных и ответственных профессий. Я была очень рада, это была моя цель. Я рада, что я этого достигла, и пришла, у меня волнение было ужасное. В основном положительное, лучшее, что поступил сюда, буду учиться, буду спасать людей. Продолжать династию, но у нас в семье все медики, буду продолжать династию медиков. Хочу стать с хорошим специалистом, чтобы слышать от людей просто спасибо. Роман Калинин, ректор медицинского университета, говорит, что ни родителям, ни первокурсникам не о чем волноваться. Будущие студенты теперь в руках настоящих специалистов, и обучаться они будут на современном оборудовании. Родители же смогут следить за успеваемостью своих детей онлайн, прямо с домашнего компьютера. Первокурсникам переживать также не стоит. Любую возникшую проблему, по словам ректора, будут решать вместе. Помните, что наша успешность, наше движение определяется вашей включенностью в работу, безусловно, это именно так. Почти 500 опытных преподавателей примут в свои надежные руки молодых, неопытных первокурсников. И со следующей недели они начнут постигать азы мастерства.